Ходи в отзыв. Ну все, мне кажется, идет от дисциплины. То, что все время, ну, мы не расслабляемся, все время тренер как бы держит нас в ежовых рукавицах. Так что все из-за дисциплины, я считаю. И очень нахрелась долго на эту игру, очень хотелось помочь своей команде в финале, потому что результат был очень важен. Поэтому долгий путь, долго настраивалась всю ночь, все утро на тренировке, и вот получилось все хорошо.